тебе дать, господи! Че ты материшься сразу, а? Матершинник. Мама наругает. Все, держи, да. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, смотри, 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 какие. Там 2-3 чувака. Сейчас они нападут на этого чувака! Обернись, чувак, обернись! Тупица! Я как лучше этому скелетику хотел. А он такой бамс, это самое. Взял только хуже. Волчар, надо позорных убить! Все, волчары. Я думал, мы победим. Потому что, блин, мы стольких уже убили. Топовский, ты еще жив? Топовский? Топовский, нет, он тоже умер. Мы вдвоем умерли. Наша команда просто потерпела поражение, крушение и все такое. Блин, тут просто все сразу столпились. Все оставшиеся игроки в одном месте. Если бы на нас нападали по одному, по два, мы бы, наверное, выиграли. А там-то сразу и волки напали, и, по-моему, 3 чувака. Очень нечестно, я считаю. Вот мы бы победили. Ой, это что, статуя? Ух ты, прикольно. Прикольно. Так, все, 2 чувака осталось, 1 тима, и я на 3-м месте. Йоу. Спасибо большое, я на 3-м месте. Очень приятно. Пойдем снова. Сейчас Тимой сыграем. А потом можно либо другой режим, либо на StreamCraft. Да, почему бы и нет. Так что, если что, можете прямо сейчас уже готовиться, прямо на StreamCraft заходить. Скорее всего, мини-игры, если они включены. Наверное, они включены. Просто вы, наверное, помните, в субботу у нас был стрим, на котором все лагало. Так вот, мне сказали то, что они выявили проблему лагов и решат ее в скором времени. Нет, мини-игры сейчас выключены, очень обидно, я проверил. Вот, ну, короче говоря, да, проблема лагов в скором времени будет решена, и у нас будут сплифы без лагов, понимаете? Только жалко, что сейчас все отрублено. Ну, короче говоря, тогда StreamCraft отменяется. Мини-геймы отрублены. Отрублены. Обрубки. Ром, пойдешь на ВК-фест? Да, обязательно. На ВК-фест пойду. Надеюсь, типа, побывать там сразу на 2 днях. Вообще, кстати, ВК-фест там же в субботу будет, да? Или нет? Короче, если ВК-фест будет в субботу, а он, по-моему, будет в субботу, то я не особо знаю, как это все совмещу со стримом, но, в общем, попытаюсь. Просто я помню то, что год назад у меня примерно так же было. Был стрим в субботу, был ВК-фест. И что-то я вроде такое сделал, что побывал сразу и там, и сям. Так что будем экспериментировать. О, инвизибилити, отлично, топовские побежали. Сейчас будем инвизерами. Нам нужно быть инвизерами. Чайку пойдете идти. Блин, на самом деле, после того, как я этот самый чайку пойдете идти прочитал. А, и после того, как проржунькался с этого мимасика, я потом еще это самое ржунькал без стрима. А, ну прекрати меня бить. Все, я инвизибилити. Ха! Меня потеряли. Кайф. А интересно, а Топовский меня мог видеть в тот момент, пока я был инвизером? Блин, еще целых 20 секунд до кита. То есть у меня каменного меча еще не будет целых 20 секунд. Или здесь будет? Черт. Гребный. А, тихо. Ой, тут еще шлем офигенный. Серьезно? Лель? Катя, Лель, Новый год? Окей. Хорошая песня. Так, все отлично. Ну что, давай драться! Че ты своим золотым мечом решил со мной побороться? А! Чувак с удочкой! Бойтесь его! Сейчас выловит нас. Так, ну отлично, мы уже 2 убили в команде. Инвизибилити, интересно, если я на себя сейчас накину, все будет хорошо или нет? Ла-л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 а! Нифига себе! Алмазный, серьезно! Мочи волчару! На тебе! Козьёль! На тебе! А почему я ему наношу вроде ур... А! Подожди, Топовский не справился с чуваком, у которого не было брони? Блин, я реально думал то, что Топовский справится. Короче, я не хочу с Топовским играть. Мы с ним постоянно просираем. Он что-то вообще никого не может убить. Он будто лагает во время того, как дерется с кем-то. Пати лив, короче... Или как там, дисбанд. Ндя. И сейчас мы будем выбирать какого-нибудь другого чувачка.
Просто он реально с Топовским невозможно играть. Он постоянно просирает. Он не может убить чувака без брони. Понимаете? Настолько все плохо. Даже я могу убить чувака без брони. С каменным мечом. И сам в броне. ВК, ВК-фест в субботу и воскресенье. Ну, то есть, как минимум, в воскресенье я побываю. Вот прям весь день. Это прям 100%. Насчет субботы... Ну, если буду совмещать со стримом, то побываю не весь день. Как-то так. Включи первую песню, которую ты добавил недавно. А, я понял. Сейчас, давай. Сейчас как добавлю. У меня ваш чат залагал, ребятушки. Я, походу, сейчас какую-то вкладку оставил, где куча комментариев начали грузиться, и из-за этого у меня весь ВКонтакт просто залег, полег. Обожаю такие моменты. У меня даже музыка отрубилась, вы, наверное, заметили, да? Ну, по крайней мере, я могу ее переподключить. Да, трансляция у меня идет, все хорошо. Я просто на всякий случай проверил. Еще раз. Когда еще трансляция будет? Трансляция будет... Ну вот мы как раз... Проголосуйте за выбор времени суток. Мы уже, в принципе, насчет этого говорили. Типа, трансляция будет, наверное... Ну, либо в следующую пятницу, либо еще когда-нибудь. Посмотрим. Что за хрень? Иди отсюда. Иди, козюль. Так. Мистер Ложка один. Убил я этого чувака. А, мазафака. Нет, я не хочу на кит ПВП. Go Skywars, ребят, в жопу этот кит ПВП. Добро пожаловать, приветствуем вас на альфа-тестировании мини-игр. Да, поехали на Skywars. И пусть это будет не такой вот. Где 2 из 6. А, подождите, тут так мало людей. 8 игроков всего. Ладно, давайте тогда фастфуд, go фастфуд. Не слышно музыку. Так ее не должно быть слышно, понимаете? То есть она там вроде где-то отдаленно играет, и все, этого достаточно. Да, go Skywars, fast food. Я вас жду, если что. Давай каждую пятницу в 17.00. Насчет Рома, эти стикеры будут дополнять? Да, на самом деле я вот насчет вот этого хотел поговорить, типа с людьми, которые эти стикеры, ну, от моего имени выпускают. Я, скорее всего, поговорю с ними и скажу им, чтобы, ну, типа, побольше стикеров добавили. Потому что вот сейчас сколько их там, 12? Ну вот, будет, значит, там 20. Потому что, ну, реально, хочется, чтобы стикеры были прям такими полноценными. Так что, вполне себе на это можно надеяться. Дедматч через 10 минут, до открытия легендарного сундука 3 минуты, окей. У меня железный меч, замшелый булыжник, кукареку. О, да ладно, это же брокколи. Какой же это фастфуд? Или что это? Это брокколи. Так, все это дело собираем. Блин, так приятно на самом деле играть на Стэнкрафте. Ничего не лагает, в том плане, что, ну... Отклик очень быстрый. Ой, да ладно, я прямо здесь могу выбирать внешность? Вы серьезно? Так, а тут кто-нибудь ко мне идет? Тихо. Самое главное, очень тихо. Переоденемся. Сейчас пузырек опыта в себя окинем. Блин, я играю будто бы на одиночке. Вот прям реально лагов никаких. Обожаю стримкрафт. Так, замшелый булыжник. Вот так вот. Ой-ой-ой, привет. У чувака смайлик на роже, типа фак. Серьезно, привет. Подожди, я тоже хочу себе такой. Головные уборы. Вот он. Блин, он не поставился. Это, наверное, со следующей игры, да, будет доступно? Или нет? Или он уже доступен? Надеть. А, вот, все, надел. Кайфовая шапка. Блин, реально крутая шапка. Ой, кто стреляет? Ты что, офигел? Я тут типа это с чуваком говорю. Ой, не-не-не, я эту песню, пожалуй, переключу. Боже. Тихо. Да что ты в меня стреляешь? Ай. Слушай, а он так-то много снес. Почти половину.